продолжается программа «Дневной разворот». Ведущие передачи по-прежнему Николай Голиков и Владимир Сметанин. Вот сейчас в перерыве заглянул посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни. Вы знаете, небольшое потепление нас ожидает. Ну, лето должно подойти. Ну, как, уже, я не назвал это летом. Вот начало следующей недели 21-22 градуса со знаком плюс, хотя... Это лучше, чем 7 со знаком плюс, ну, согласись. 7, да. Да. То, с чем мы живем последние несколько недель. И, насколько я понимаю, там как-то и тучек меньше нарисовано. Да, солнышко в основном. Вот, поэтому все-таки я бы назвал это летом. А, кстати, все в курсе, да, что завтра, 16 числа, вернее, ну... Не должен заработать, так, наверное, неправильно говорить, но должен быть готов принять отдыхающих городской пляж. Вот так вот. Глава администрации Илья Шульгин. Это шуточка, у нас уже не первый год. В этом направлении. В том году тоже, помнится, да, городской пляж несколько раз открывался. Так что завтра с утреца купальники, плавки. А мы сейчас спросим у наших гостей, как насчет купальников. У нас сегодня, тем более, такой хороший, приятный день. Девчонки в гостях. Неожиданный поворот. Спросим, как насчет купальников наших гостей. Ирина Мальцева, руководитель творческой части проекта «Квартира» и менеджер фестиваля «Гренландия». Ирина, добрый день. Добрый день. И Анна Янтарева, член клуба «Квартира». Ну что, квартирницы, купальники готовы? Добрый день. Купальники, на самом деле, готовы с 1 мая. Вы оптимисты? Мы совершенно оптимисты. Мы вообще, как смеются над нами наши друзья, с мая по сентябрь практически каждые выходные находимся на природе и, конечно, балуем себя водичкой. А почему вот, друзья смеются, я не понял. Ну, они говорят, что... Мне кажется, они завидовать должны. Жить с мая по сентябрь в лесу – это как-то странно. Еще же нужно на работу выходить. А, мне кажется, вам завидовать можно... нужно, а не смеяться. Ну, что ж такое? Я вот уже просто исхожу завистью. А мы вас пригласим на следующий наш выезд обязательно. Все, ловлю на слове. Ну, хорошо. Итак, творческое пространство «Квартира». Сегодня мы ставим задачу именно с ним познакомиться. И наших слушателей, и нам тоже заодно познакомиться, рассказывать вам, что вам карты в руки. Такое, да. Еще название одна... красивое, вот что это такое? Да, еще одна такая необычная точка на карте нашего города. Вот мы сейчас до начала программы говорили, что, возможно, квартира эта самая находится где-то далеко-далеко. Нет, она... Нас название улицы немножко смутило, да. Если честно, да? Потому что она находится на улице Загородной. Ну, понятно, Загородная улица. Вот это все здесь совсем рядышком. Ну да, многие наши зрители и наши знакомые, которые впервые к нам приходят в гости, все думают, что это где-то на задворках города. Я вообще думал, что день за рекой. Ну, за городом. Нет, мы находимся в центре города Кирова, недалеко от танка, и мы, несмотря на название, мы не являемся квартирой. Некоторые думают, что это прям квартира чья-то, и туда можно приходить на квартирники. Нет, это совершенно такое организованное пространство. Многие называют это арт-пространство, квартира. Но и прежде чем, наверное, рассказать о клубе, который здесь находится, так заглянем немножко лет на 5 назад. С чего это вообще все образовалось, почему мы здесь находимся. Зимним вечером мы сидели с друзьями в компании. Мы, на самом деле, лет, наверное, 17 я точно езжу по фестивалям. И наш любимый фестиваль Грушинский, мы туда ездили раньше отдыхать. И, в общем-то, отдыхать нам надоело. Ну и вот этим зимним вечером я так закидываю информацию ребятам. Говорю, ребят, слушайте, давайте поставим сцену на Грушинском фестивале. Вот и наша кировская сцена будет. Будем там работать, принимать гостей, слушать прекрасную музыку. Все сказали, что ну зачем это надо, мы туда так прекрасно ездим отдыхать, Жигулевские горы, Волга. А тут какая-то сцена, тут работать надо, что-то организовывать, да, это, переживать. Да, как-то, в общем, не нашла я отклика у своих друзей, позвонила своему знакомому, который является музыкантом, Андрею Козловскому, и сказала: Андрей, слушай, у меня вот такая идея, он занимался организацией Грушинского фестиваля. И я говорю, вот меня никто не поддержал, можно мы поставим сцену? Он говорит, Ирка, давай, ставь сцену. В общем, все равно единомышленники найдутся. И 6 лет назад мы вот поставили сцену «Квартира», кировскую сцену на Самарской вот земле. Вот тогда название родилось «Квартира». Да, именно тогда мы стали думать о том, как нам назвать эту сцену.
Это была сцена, как мы ее, собственно, представляем себе. На открытом воздухе, на open air таком, да, а называлась эта квартира. Да. Мы были 18-й сценой фестиваля «Платформа». Ну, название довольно-таки креативное для открытого воздуха, скажем так. Квартира? Да. Ой, на самом деле мы выбрали такое потрясающее место. Оно прям все со всех сторон окутано листвой. И очень То есть многие... как стены уже такие были, да? Да, да, да. И совершенно за 6 лет сложилась такая домашняя там атмосфера. Многие и музыканты, и гости нашей площадки говорят, что все это очень уютно, по-домашнему, с обожжением. С кухней, там отдельная спальня у нас есть, палатки. Ну и, в общем-то, 3 года назад мы решили, что этот проект «Квартира». Чего ж мы так просто будем ездить на фестиваль? Ну, раз в год она существует, mm-hmm. да? Да еще и не в нашем городе, да? Да. Вот, решили, что этот проект должен быть круглогодичным. И нашли вот это вот потрясающее место, которое... также стал называться арт-пространством «Квартира», ну, в которое приезжают в том числе и те музыканты, которые выступают на нашей любимой площадке на Грушинском фестивале. Ну, давайте сейчас расскажем об этом пространстве под названием «Квартира». Что оно собой представляет? Что за помещение? Ну... Как обустроено? Если музыканты, звук, безусловно, да. Ой, у нас прекрасный звук. Для зрителей место. Самое главное, конечно, для музыкантов – это звук. У нас потрясающий звукорежиссер Владимир Чеглаков, которым мы очень гордимся, которые многие площадки нам завидуют Вовкиным ручкам. Вообще пространство необычное, потому что подразумевает… Первое, на что обращают внимание, это нужно раздеться, разуться, одеть домашние тапочки, которых квартиру у нас... же, да. Конечно. То есть, как в добрых старых московских музеях приходишь, тебе тапочки дают. У нас даже душ есть. У кого закончится, там, отключат горячую воду, можно прийти помыться. А у вас автономная? Водонагреватель? Да. Вот. Ну и вся квартира в теплых, мягких коврах. У нас был специальный дизайнер, специалист, который подбирал отделочные материалы. Или так, как обычно в квартире, там, да, вот там промеж собой пошушукали. Рун обоев остался. Да, рун ремонта, да, прошлого ремонта поклеим сюда. Именно так там все и было. Все, что осталось после ремонта у наших друзей, все тащили в квартиру. Все это там расписывалось и раскрашивалось. У нас потрясающие мумитроли при входе. К нам очень любят ходить дети. Так, мумитроли при входе – это кто? А это рисунки. А, рисунки? Да, да. Дети любят ходить к нам. У нас для них есть всякие всевозможные игрушки. Детская комната игрушки. В квартире есть? Ну, мы так иногда студию под детей отдаем. Mm-hmm. У нас есть студия звукозаписи, в которой Вова работает. Ну и, в общем-то, у нас вся квартира в мягких подушках. Можно, дети любят в них взрываться. А велика ли жилплощадь? 80 квадратов. Хорошая квартира. Вполне, да. Вполне хорошая. А изюминка какая-то вот интерьера есть? Прям тебе троллей мало? Прям которую на входе мумитроли. Замечаешь сразу же, входя туда, и прям тянешься к ней. А вот как раз эти мумитроли с потрясающими добрыми надписями на стенах, это первое, что, на что обращают внимание наши гости, и чему они очень радуются, и чувствуют себя сразу же уютно и как дома. Мы относимся к нашему клубу как к дому. Да, это наш дом второй. То есть, смотрите, вот у вас есть квартира, а есть клуб. Это как бы вот есть... Это одно и то же. Это одно и то же, да? То есть туда к вам ходят только члены клуба? Как в Англии, нет, да? Нет, там, любой нет? человек может вот прийти. Уже, да. Анна, кстати, вы давно Анна в этом проекте? Анна член клуба «Квартира», да? Нет, я в этой квартире недавно появилась. Прописалась. Тоже чисто случайно, да. Зарегистрировалась, как сейчас говорю. Зарегистрировалась, да. Очень понравилось, когда приходят незнакомые люди и тебя вот встречают с хлебом, солью, говорят, проходите, одевайте тапочки, вы здесь первый раз, да, я вам все расскажут, покажут, проведут, познакомят, и очень здорово. Анна, откуда узнали об этой квартире? Чисто случайно. То есть вот так просто узнали и думали, дай-ка я зайду, да? Ну, все началось с Гренландии, я вспомнила, что вот есть такой замечательный фестиваль, съездила, понравилось, и как раз прошло где-то полгода, и один музыкант просто приехал туда, и решили ему квартиранты сделать подарок на день рождения. То есть сняли видеоклип, я принимала непосредственно участие, было очень здорово, весело. То есть вы еще и клипы снимаете? Да. Вас Анна в квартиру привела
любовь именно вот к этой музыке, да? Да. К песням, ну, к определенным песням просто автор, да, понравился. Авторская музыка, как ее называют? Она, бардовская. Я сейчас Аню поправлю. Она на самом деле ездила за этим музыкантом на его концерт в Нижний Новгород и не знала, что этот музыкант приезжает сюда. А как музыкант зовут? Павел Пиковский. Павел Пиковский. Да, и не знала, что он, оказывается, наш друг. Он приезжает в Киров, что он у нас выступает. И, представляете, человеку приходилось ездить в Нижний Новгород, чтобы послушать любимого музыканта. А здесь она видит ВКонтакте объявление, что вот мы собираем народ для съемок вот этого клипа, поздравления ему на день рождения. И вот так вот Аня у нас появилась. А у нее были совершенно ошарашенные глаза, когда она пришла в квартиру, не понимала, что тут происходит, что это за люди, что вообще тут снимают, почему тут напекли пироги. И, ну, в общем, так вот она и прописалась. Но процесс был довольно-таки очень веселый. А вот это звание член клуба «Квартира», оно что под собой подразумевает? Да. Как стать? И как стать, разумеется. Как стать, да. Вот. Какие-то привилегии, права появляются, обязанности. Как принимают? Ну, принимают по-разному. Обычно это проходит весело и смешно. Мы не будем это рассказывать в эфире. Член уже клуба, интересно стало. «Квартира». А дело в том, что «Квартира» — это некоммерческое пространство. Мы не занимаемся зарабатыванием денег. У нас нет кухни, у нас нет бара. Нет, точнее, кухня есть. И, кстати, кто голодный, если у нас что-то приготовлено, мы обязательно накормим. Но мы никогда не возьмем за это денег. Пожалуйста, последним куском поделимся. У нас просто вот эту вот квартиру круглогодичную поддерживают не только кировские ребята, но еще и наши друзья из всевозможных городов. Это Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Самара. И, в общем-то, эти люди 6 лет, начиная с Грушинского фестиваля, поддерживают нас в любом виде, начиная там от финансов, потому что за квартиру нужно платить. За квартиру, да, квартплата, да. Ну и заканчивая работой на фестивалях, на наших площадках, кухня, комендантские всякие всевозможные дела. Это просто член клуба «Квартира», это неравнодушный человек. То есть человек, который к вам пришел и стал вместе с вами там какие-то проекты делать, работать, активно участвовать, да, помогать, чем, да, может, да? Ну, любой желающий может. Абсолютно. Любой. Стать, да, любой. Членом клуба «Квартира». Имейте в виду, уважаемые слушатели, у нас подошло время небольшой паузы. У нас в гостях Ирина Мальцева, руководитель творческой части проекта «Квартира», менеджер фестиваля «Гринландия», и Анна Янтарева, член клуба «Квартира». Перерыв совершенно небольшой, скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. Да. Творческо-музыкальную. В нашу квартиру пришли гости из другой квартиры. Из другой квартиры. Давайте дружить квартирами. Сейчас хочется поговорить о мероприятиях, которые, собственно, да, о тех музыкантах, которые приезжают. Собственно говоря, о наполнении этой площадки. Делятся своим творчеством. Ну, фестивальный сезон у нас заканчивается. Это обычно происходит в сентябре. Я уж думаю, он заканчивается, он только начинается. Только-только. Фестивальный в стране, имеем в виду? Нет, фестивали под крышей происходят круглогодично. Просто мы очень любим опен-эйры. Не, просто интересно, какие фестивали сейчас мы имеем в виду? Вот такие музыкальные фестивали? Да, музыкальные фестивали, я так понял, что фестивали, где авторская песня звучит, или бардовская. Ну, их много по стране у нас проводится. Вот такие. Каждую неделю, каждые выходные, в каждом городе что-то да происходит. Угу. Да, и открывается концертный сезон. Это где-то с сентября. Да. Угу. Обычно это происходит в сентябре, там третье, четвертое выходные. Ну и каждую субботу к нам приезжают музыканты. Слушайте, такие разноплановые совершенно. У нас можем похвастаться великой кантри-певицей Ириной Суриной. Если вы сейчас сделаете большие глаза. Из какого города? Из Москвы. Из Москвы. Мы сделали большие глаза, я про нее просто никогда не слышал. Хотя кантри-музыку так. А кукуруза, кукуруза слышал, да. Но там вроде была другая солистка. Там была Капура. Капура была, Марина, Ира, да. Ира Сурина. Вот ее я не помню, Марина Капура помню. Слушайте, нам столько вам есть чего показать. Нам придется прийти к вам на квартиру, разберемся прямо на месте. Не обойтись, видимо, да. Да. Потрясающий музыкант Василий Уриевский, который просто открытие для всей страны стал после проекта «Главная сцена» на Втором канале. И он участник был проекта «Голос», такой юморной.
Мы совершенно недавно познакомились с питерской группой «Афинаж», дружбой с которой мы прям очень гордимся. И, кстати, хотела бы сказать о том, что единственный, первый, так скажем, концерт, который мы провели не в квартире, а сотрудничали мы с клубом, который вот тут вот рядышком находится, со студией «Конструктор Практик». Угу. Просто квартира не смогла бы вместить столько желающих, сколько пришло на концерт группы «Афинаж». Угу. Вот совершенно вот в апреле мы привозили эту потрясающую команду. Павел Пиковский, Гуша Катушкин. Это такие широко известные в узких кругах люди, хотя каждого из них, я уверена, что вы где-то слушали, где-то в интернет-пространстве. Просто фамилию не запомнили. Да, да, да. Вот, вот вам сейчас рассказали, послушайте. Как вы, не знаю, как вы формируете этот график выступлений? Если каждую субботу, это довольно-таки сложно. Сами выходят на вас, вы ищете, как-то пытаетесь. Напряженная работа получается. Да. Ой, это не работа, это удовольствие. Но напряженное удовольствие, я поправлюсь. Ну, радости от этого намного больше, чем там каких-то орг-моментов, так скажем. Где мы их находим? А не зря же мы по фестивалям ездим, не зря же мы ставим нашу любимую сцену. Мы очень любим открывать для себя новые имена. Мы постоянно слушаем какую-то музыку ВКонтакте, постоянно смотрим за новостной лентой, что выкладывают нам друзья. Постоянно отслушиваем все записи, которые нам присылают. У нас есть определенная тема ВКонтакте, где вы можете выложить свое творчество. Нам что-то советуют друзья. Вот. Ну и музыканты едут обычно туром. И у нас несколько городов, да? Ну, чтобы зацепить. Да. Ну, мы удобно расположены на железной прекрасно дороге. У нас расположен город Киров. И, в общем-то, да, и трасса федеральная проходит. Мы принимаем вот в таком туре, даем отдохнуть. Иногда такой пит-стоп устраиваем, когда музыкант заболел. В общем-то, у нас такая гостеприимная команда. Вот. Но и на самом деле это все абсолютно, признаюсь, вкусовщина. Мы не возим, а не приглашаем тех, кто нам не нравится. Но это ваша квартира, в конце концов. Конечно. Да. А не нравится? Что значит не нравится? Ну, вот у вас есть музыкальный. Вашим вкусом. Да, да. Да, не соответствует. То есть главный критерий – это, собственно, исполняемая музыка. Да. Угу. Ну и, конечно, иногда там смотрим, заходим в группы ВКонтакте, там на Фейсбуке, смотрим, а сколько же там кировчан подписано. Ага. Угу. Интересно ли будет именно в нашем городе? Да. Да, конечно. Вы знаете, очень жалко, вот совсем была такая опять с Пашей Пиковским история. Мы его уже несколько лет привозим в Киров, и не один раз, и даже день рождения в этом году он отмечал именно в Кирове, полюбив нашу вот атмосферу. Возим, рекламируем, показываем всем. Ребята, смотрите, какой классный музыкант. И что-то как-то мимо ушей у кого-то пробегает. И совсем недавно я смотрю интернет, там, ленту листаю, и одного ведущего на радио проскакивает: «О, у меня открытие. Я вот там послушал Пашу Пиковского». И ты говоришь: «Блин, чувак, где ты был? Вот же он». Uh-huh. Ну вот. С одной стороны обидно, а с другой стороны радостно, что люди для себя открывают и, самое главное, слушают хорошую музыку. Ирина, информация об этих всех концертах, она в основном также по социальным сетям? Социальные сети, афиши всевозможные, городские порталы, да. Но то есть можно через вот эти все афиши, интернет-афиши вас найти? Да. То есть вы там значитесь именно как «Квартира»? Да. Угу. Группа в соцсетях, как это сейчас принято? Именно она называется «Квартира», к сожалению. Ну, вот нам как раз ваш сотрудник. Не, я вчера совет нашел без проблем. А очень многие, квартиры, знаете, как находят? Да. Не находят, а там, да, мы не можем найти группу «Квартира», потому что постоянно недвижимость какая-то у нас там выходит. Это бывает, да. А потом после этого поиска тебе еще грузят контент. Контекст. Mm-hmm. Ты все искал, тебе, там, где получай, что, да, искал, да, получай. Да, mm-hmm. Да. Ну, так проще найти меня ВКонтакте. У меня там выложена информация очень много про квартиру. Ирина Мальцева, mm-hmm, напоминаем. Ира Мальцева. Ира, да? Мальцева, Ира Мальцева, я в соцсетях, да. Mm-hmm. А кировские музыканты? Да. Насколько часто они бывают так у себя? И если кто? О наших земляках. Кто наших земляков? Квартирует.
У нас есть любимчики наши. Это группа Los Chota Tamas. Да, слышали? Ну, слышали, да. Ну, вот, наконец-то. Мы очень любим всевозможные кавер-группы, в том числе M&M Dance, наша любимая команда. Ну и есть наши друзья, сейчас они называются «Жарь-бенд Сковорода». Это такой... Про таких не слышал еще пока. А вы знаете их, я уверена. Тут, это... можно, тут можно много названий таких придумать. Я понимаю, да. Тамас, «Жарь-бенд Сковорода». Я понимаю, что можешь придумать название много. Ну, может быть, по фамилии поймем. Да. Это, в общем-то, на самом деле КВНщики и театралы. Но у них такие музыкальные всевозможные выпады иногда случаются, что они решили объединиться. И, кстати, пока, к сожалению, выступает только на нашей площадке. Я уверена, что скоро-скоро... Так у вас эксклюзив. Ага. Почему, к сожалению? А потому что хочется... Ну, знаете, что о себе-то только думать? Надо еще и о других подумать. А о том, кто их не видел, и о них самих. Пускай уже все о них узнают. Ну, зато приятно, у вас есть свои резиденты уже все это. А потом уже это... Будут все знать, что у нас выступала такая группа. Они резиденты квартиры. Да. Это приятно. Да, интересный такой еще вопрос. А по уровню, так сказать, исполнения вы отслеживаете, фильтруете как-то музыкантов? Ну, они же все разные. Ну, вот то об этом есть, я вот и говорила. Определенного уровня все-таки должен быть товарищ, чтобы дать ему возможность выступить на публике. Ну, когда он знает два аккорда, это как-то, наверное... Можно, знаешь, на двух аккордах неплохо спеть. Ну, можно, конечно, но... И почти всю жизнь можно на них неплохо петь. Ну, вот, например, на фестивалях, да, на нашей площадке, практически каждый найдет для себя возможность, чтобы показать. Потому что, ну... Жалко очень людей, которые приезжают, да, из другого города на фестивале, а его нигде даже там никто и не послушал. Ну ладно, мастерские мастерскими, а вот выступить мы всегда даем возможность ребятам себя показать. На площадке в Кирове такого не происходит. Нет, конечно, после концерта бывают междусобойчики, посиделки. Автопати. Да, как это сейчас, да, принято называть. И любой может взять в руки гитару, сесть за барабаны, в общем-то, и... А потом как выстрелит, и мы его пригласим. А у меня вот вопрос на Ване, она что-то замолчала. Вот смотрите, Аня, вот кто у вас вообще определяет эту политику? Вот, Ирина говорит, что мы берем тех, кто нам нравится. Нам нравится так не бывает. Нравится вот кому-то или что-то. Вот ей, может, она вот, там диктаторские у них, это вот будут те-то и те-то. Вы участвуете вот, в подборе этого репертуара? Какое-то ваше мнение учитывается при этом, Аня? Честно? Честно? Честно. Ну, это все будет видно, соберется концерт, и сколько народу придет. Конечно, бывает очень обидно, когда приезжают вроде известные люди, а на концерт очень мало народу ходит. Бывают, ну, потрясающие концерты, вот с Гушей тогда Катушкин, недавно вот тут Дима Дубров приезжал, Плотник 82, вообще потрясающие ребята, но... Столько непонятных терминов, Плотник 82, да-да-да. Так это Тимофей же хорошо, Яровик, видеоблогер какой-то, Плотник 82, Гараж 54. Ну, то есть, Аня, вас устраивает вот тот репертуар, который у вас там идет, да? Да, ну, если что-то бывает, иногда бывает обидно, что вот ты хотел прийти на этого исполнителя, а не получается. А не бывает такого, что вы пришли на исполнителя, там такой отстой. Нет, такого не было. Такого а, кстати, есть уже. Она такие правду случаи? Говорит, Ирина? Правду говорит. Кстати, да, есть такие случаи, ну, все-таки квартира уже существует несколько лет, когда люди ходили в качестве слушателя, зрителя, а потом бац, и сами на сцену вышли, сами инструмент в руки взяли. Есть уже, ну, такие? Ну, вот это как, да, раз «Жарь-бенд Сковорода». А, да? Это, да, да, Яры, да, прям вот оттуда, с той полки. Угу. Мастер-классы, возможно, проводят, нет? Музыканты как-то, да, учат чему-то тоже, это направление, Владимир, есть. Вот перед тем, как она ответит на этот вопрос, я хочу задать вопрос, любимый Роскомнадзора, у вас возрастные ограничения есть? Угу. Практически нет. Был у нас один такой концерт, где мы указывали возрастной рекомендательный возраст для концерта. Какой он был? Он был 18+. Один раз только, да? Да. И мы на него не попали, Володь, вот ужас какой. Ой, а вы знаете, очень много ребят мне писало, что мы фанаты, мы хотим... Я говорила, родители мне лично вас сдадут, я вас приму. И действительно, родители приходили, с доверием отдавали вот своего ребенка, и он слушал эти песни. Владимир, я тебя перебил, извини. Я запамятовал, напомните мой вопрос-то. Я тоже запамятовал, потому что я тебя перебивал. А, про возрастной сенс это я спрашивал. Не про то, что сейчас задавал-то, господи, я просто отвлекся. Про мастер-классы. Да, мастер-классы, да, как это обучающая составляющая. То есть вечером концерты, днем?
Что там происходит? Ну, днем... В будние дни, когда нет концерта? В будние дни мы все работаем. Квартира закрыта? У нас, да, мы нормальные люди, у нас есть человеческая работа, вот, которую, кстати, все мы любим. Вот, а если человек говорит о том, что, слушайте, я хочу взять мастер-класс там у того-то, того-то, слушайте, приходите, мы в выходные, там саундчек начинается рано, можно прийти, пообщаться. И это, кстати, всегда так и происходит. Люди приходят на концерт заранее, чтобы пообщаться, спросить совета, показать свои там стихи. Вот. А поэты без гитар бывают у вас? Да. Тоже да. Такие, у нас такого бывают рода поэтические, да? Вечера, у нас бывают просмотры фильма на большом экране. Мы даже там ВКонтакте пишем о том, ребят, давайте там сейчас выберем все фильм, смотрим, печем оладушки. Ага. Варим борщи, угощаемся и смотрим фильмы на большом экране. Мне еще хочется спросить про студию звукозаписи, которая у вас существует, да? Насколько она активно работает, кто записывается, где потом выходят эти песни, сборники, не знаю, синглы, как они там? Да, может, где-то в сети выкладываются. Да. Ну, просто это тоже немаловажная часть составляющая. Она работает не в открытом формате. У нас Владимир, наш звукорежиссер, очень трепетно относится к студии, и в том числе и к своей работе. Вот, у нас записывался наш кировский, кстати, автор Илья Оленев. Да, как раз... Оленев или Оленев? А я не знаю. Он просто бывал в студии, у нас, исполнял... Да. Я до сих пор пользуюсь вместо флешки, он презентовал, его книжечки. Презентовал свой альбом, который в издательстве... Он у вас записывался, да? Да. В издательстве «Ократка», который вышел, вот эта книжица с диском. Книжица лежит у меня до сих пор на столе. С флешкой. Флешку я выломал из нее, использую по назначению. Илья Оленев, тебе вот привет из студии. И, кстати, на этом альбоме была такая совершенно потрясающая штука. В тот момент, когда... Владимир сводил его, занимался, в общем, причесыванием этого всего. Сводил, мы имеем в виду, поясняю, не куда-то вводил, там, в ресторан, в ночной клуб, а это музыкальный термин, сведение, да, уже непосредственно записанное. В этот момент к нам приезжали другие музыканты и, в общем-то, садились в студию и даже прописывали некоторые партии, там, клавиши или гитару, которые в том числе и остались на этом альбоме. То есть пока его не было, что ли, или уже... Пока его не было. Для него был некоторый сюрприз. Да. Классно вообще, слушай. Но... Ему понравилось, он оставил. Но... Это мне напоминает сцену из мультфильма, как письмо писали, знаешь, что родителям из Простоквашино. Да-да-да. Один хвост, писал, хвост другой, отвали... да, хвост отваливается, да, волосатость повысилась. Да. Но там, слава богу, Илья от этого не посидел, а ему понравилось, и он оставил это. Ну, это, видимо, люди просто близкие по духу, они лишнего не сделают. Да. Так, еще раз напоминаем, что мы знакомимся сегодня с творческим пространством «Квартира». Вот много уже чего рассказали, сейчас будем завершать уже наш разговор с нашими гостями. Следите за жизнью «Квартиры», да, в социальных сетях. Мы уже пояснили, где можно без труда найти. Ну, как говорится, город-то у нас небольшой. Да. Да. И улица загородная, через как выяснилось, совсем недалеко. Да, через знакомых можно найти знакомых, которые знают тех знакомых, третьих и так далее. И вот добро пожаловать. Как говорят, есть правило в мире 6 рукопожатий, в Кирове их 2 всего требуется. Да. Вот, на самом деле, на протяжении всего лета, сейчас мы можем смело говорить, да, каждую субботу будет что-то происходить. Нет, летом квартира не работает. А, что-то летом. Извините, все на дачу. Нет, конечно, если кто-то по нам соскучился, может в любой день, практически в любой день прийти и с нами пообщаться. Вот, например, мы сегодня собираем, чтобы смотреть прямую трансляцию концерта из Москвы. Там есть... Что за концерт? Там есть потрясающее место у нашего коллеги Сережи Добрера, но там настоящие квартирники. Он свою квартиру преобразовал вот для места, в место для выступлений. Сегодня мы вот собираемся друзьями, и кто-то там в комментариях пишет, я тоже приду, чтобы просто смотреть прямую трансляцию с концерта наших любимых музыкантов. Ну, интернет позволяет. Приходите. Да, слава богу, сейчас все это возможно. Дистанционно все это. Мы и сами организовываем трансляции, поэтому надо и, просто... И из там... своей квартиры тоже трансляции делать. То есть можно тоже дома посидеть. Да, но лучше поднять свою пятую точку и прийти на загородную. Понятно, что живьем, это всегда лучше. Спасибо большое, Ирина Мальцева, Анна Янтарева, наши гости. На этом мы разговор завершаем. У нас будет еще немножко минуток дневного разворота, который мы посвятим другой теме. Спасибо.
Продолжается программа «Дневной разворот». Еще раз добрый день тем, кто к нам только что присоединился. Жалко, что вы прослушали информацию познавательную о творческом пространстве «Квартира». Для меня она была совершенно в нове, скажем так. Прям да. Хотя вроде бы на самом деле все рядом. Все рядом. Да нет, мне-то больше всего удивил тот формат, эти люди, которые там бывают. Я думаю, что... Так часто ты и не встретишь, нет, что именно слушай, в таком пространстве. Каждую субботу, известные фестивальные каждую субботу музыканты концерт, с такой регулярностью. Каждую субботу концерт, да, с такой регулярностью. Просто удивительно, да, как люди работают. Вообще так следишь за творческой жизнью. По-моему, сейчас растет интерес и популярность вот таких небольших пространств, уютных, куда можно попасть. И действительно, не только с известным музыкантом послушать его, но еще и пообщаться, что-то поболтать, как за жизнь. Это вообще классно. Да, замечательно. Такая немножко, да, традиция 80-х годов возвращается. Ну, а сейчас все внимание на галерею «Прогресса», на наших друзей. Галерея, напомним, находится на Горького, 5. И у нас сейчас на связи руководитель этого центра современного искусства. Да, центр современного искусства. Дмитрий Шиляев. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Владимир. Добрый день, Николай. Как настроение? Вот лето, говорят, у нас все-таки наступит со дня на день. Ну, знаете, мне понравилось определение вчера одного из людей о том, что он сказал, что люди все жалуются на погоду, а на самом деле должны понимать, что они живут на севере. В зоне рискованного земледелия. Да. Дим, мы все живем на севере, но все равно лето-то хочется нашего хотя бы короткого северного. Месяц. Да. Почему мы, собственно, связались с Дмитрием? Очередной большой проект в галерее «Прогресса», куда мы приглашаем наших слушателей. Называется это выставка «Вятка в цвете». Открылся буквально на днях. Угу. Ну что, Дмитрий, слушаем, что это за проект? Кому пришло на ум вот эта вот великая такая вещь? Да, но я должен сначала сказать про авторов и идеологов этого проекта. Это Максим Наумов и Игорь Сметанин. Игорь Сметанин, напомню, он председатель Союза художников России, Вятского регионального отделения. А Максим Наумов, он заместитель Союза художников России. Идея прекрасная. Я считаю, что... Дима, извини, вот я сказал, что идея прекрасная. Сама-то идея в чем заключается? Расскажи для тех, кто еще не был. Ну да, идея в том, что по мотивам ретро-открыток Лобовикова и других фотографов прошлого века черно-белых художники в количестве 30 человек, все они состоят в Союзе художников России, написали прекрасные современные произведения про архитектуру Вяткой. То есть я правильно понял, что на основе вот этих старых черно-белых фотографий они попытались воссоздать именно как это выглядело в цвете? Используя современный образ, сохраняя как бы общий вид, он узнаваем наших прекрасных зданий, которые мы все знаем. Это старая часть нашего города. И используя современную технику, современную колористику, и Вятка, еще больше любовью проникаешься к своему городу, в котором ты живешь. В общем, глядели на черно-белую фотографию. Художник глядел на черно-белую фотографию, да, и создавал цветное как бы, да, произведение. Да. Угу. Есть... Знаете, мне нравится это тем, что вот, ну, иногда люди говорят, что вот все прошлое – это плохо. Мы так не считаем. Мы считаем, что нужно рефлексировать в контексте современных как бы, событий, которые происходят, и переосмысливать прошлое, и переносить все лучшее, то, что было в прошлом, в настоящее. Дим, вот мне как раз про это. И показалось, что смотри, вот эти, почему говорят, что все прошлое – это плохо? Потому что все прошлое дошло до нас в черно-белых фотографиях, плохого качества, сереньких, да? И такое ощущение, что такая и жизнь была черно-белая, серая. Да, вот, это очень... Возможно, да, от этого такое ощущение возникает, да? Поэтому сама... Учитывая, какая у нас бывает погода, она могла быть такой. Потому что сейчас есть, слава богу, есть современные как бы материалы, которые позволяют раскрасить наш прекрасный город в другие цвета. Например, от того может быть образцом город Рейкьявик, где черничные, оранжевые, зеленые, красивые цвета, они вот эту серость сглаживают, и тебе как-то более интересно жить в таком городе. Ну, Рейкьявик город маленький по сравнению с нами, им проще, наверное, было. Так у нас тоже город небольшой, собственно. Вот. Ну, у нас весь город больше, чем вся Исландия, где Рейкьявик столица по населению. Ну, да, да, ну, я говорю, что используя одни и те же средства, улучшая среду города, в котором мы живем, надо просто немножко больше подумать. Это же старинная мудрость прошлого, что 7 раз отмерь, 1 отрежь. Вот здесь то же самое. А, Дмитрий, а вот это... вопрос к дизайну. Да, вот это заглавное изображение, заглавная картина, которая на пригласительных изображена, на афишах. Это что за здание? Я что-то не могу идентифицировать. Это перекресток Казанской и улицы нашего
Арбата. А, с Пасхой, точно, точно, да, да, действительно. Вот я сейчас смотрю просто на сайте, да, действительно. Так это же музыкальное училище. Да, музыкальное училище, да. Бывшее музыкальное училище, сейчас там у нас другие организации расположены. Так, давайте... Ну, оно, слушай, вот на самом деле, оно это как сказка выглядит. Красиво, да, согласись? Ну, немножко очень сказочно. Вот всем рекомендую выставка 0+, прям приходить с семьей, не потому что мы хотим заработать, потому что мы еще больше можно полюбить Вятку и узнать ее с другой стороны. Дим, а вот художники, они же, получается так, что они специально готовились к этой выставке, да? Специально работали для нее? Да, я, ну, это, вот я говорю, что идеологами является Максим Наумов и Игорь Сметанин, и им пришла идея. Я хотел бы уточнить, могу забыть просто. То есть у нас есть прекрасный, да, народный промысел «Дымковская игрушка». Но есть также, собственно, как бы научная среда, и люди, которые здесь в нашем городе жили, его развивали и улучшали в разные времена, да? Так вот, как раз это живопись, архитектуры прошлого века в новом формате современном, она дает новое дыхание. И мы считаем, что это на мировом уровне, используя на сегодняшний этот контекст и подачу материала, показывает Вятку, какая она красивая. За пределами нашего региона и даже за рубежом. Потому что вот недавно как раз был презентован туристический бренд России и взяли за основу как раз вот наших образы художников и открытия авангардистов, которые известны на весь мир, и считается, что Россия – это вот авангард русский. Как бы. Это круто, это прекрасно. И многие художники за рубежом учатся на нашем русском опыте. И за это не стыдно. И когда показывали, вот мы проводили дизайн-выходные, это некий ролик, да, туристический, презентационный, где показывают туристический бренд России. Там прям до слез. Ты понимаешь, что насколько это мощно, насколько это красиво. Удивительно. Дмитрий, поэтому Дмитрий, эта выставка тоже как раз отображает, только касается именно Вятки. Прошу прощения, 20 секунд остается. Я читаю в анонсе выставки на сайте Галереи Прогресса, что планируется еще и выпуск каталога подарочного. Вот буквально 20 секунд. Не только каталог. Если поддержат школы, это прекрасная идея, тоже принадлежит Максиму и Игорю, напечатать в актовые залы некоторые произведения, которые присутствуют на выставке, чтобы, по крайней мере, сохранить образ, вдохновляться нашим прекрасным городом. Хорошие планы, прекрасные. Спасибо. Дмитрий Шилеев, руководитель Центра современного искусства «Галерея Прогресса», с нами на связи. Напоминаем, что выставка называется «Вятка в цвете», открылась вчера, будет работать... До 10 июля. Ежедневно до 10 июля. Так вполне вероятно, будет даже и продлена. Добро пожаловать. На этом программа «Дневной разворот» сегодня завершена. Сегодня пятница. Еще раз поздравляем вас с наступающими выходными, с тем, что тепло наконец-то придет в наш город. Я думаю, в понедельник, Володь, мы встретимся уже в мужском понедельнике. В мужском понедельнике в прекрасную погоду. Да. До свидания, всего доброго. До свидания.